Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов Like Film. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. О чем говорят мужчины? Продолжение. На этот раз Леша, Слава, Камиль и Саша едут в Питер. Причем трое из четверых даже не знают, зачем они туда едут. Но в какой-то момент становится понятно, что не важно зачем. Важно, что едут. И, конечно, плохо, что дома осталась куча нерешенных проблем, но как же хорошо, что про них можно не думать. Хотя бы до понедельника. И еще, конечно, плохо, что отстали от Сапсана и пришлось ехать в плацкарте, но как же это неожиданно хорошо и уютно. А еще неожиданно хорошо бывает выпить в 5 утра текилу бум. Вроде рано, но так вовремя, а как это вдохновляет на всякие свершения. Номер 44. Метро. Широкое развернувшееся в центре Москвы строительство новых зданий приводит к тому, что в одном из туннелей метро между двумя станциями возникает трещина. Никто себе и представить не мог, что в результате нарушения герметичности перекрытия в тоннель хлынет вода из Москвы-реки, и сотни пассажиров поезда окажутся во власти надвигающегося потопа.
Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!